Дан старт призу имени Буденного для лошадей 3 лет ахалтекинской породы. Со старта выходит вперед Таймаз Губден. Таймаз Губден лидирует с небольшим преимуществом. Ампасер на втором месте. Хава Маздок. Лошади первый раз выходят на старт-финишную прямую. Впереди Таймаз Губден. метров пройдены за 25,8 секунды. Таймаз Губден впереди. Тут же второй Хава. Ампасер. Маздок. Участникам скачки предстоит преодолеть еще один полный круг. Впереди Таймаз Губден, на втором месте Хава. Тут же Ампасер и с небольшим отставанием Маздок замыкает. 500 метров пройдены за 42,6 секунды. Участники приза имени Буденного входят в правый поворот. Таймаз Губден по-прежнему лидирует. Хава. Ампасер. Замыкает Маздок. В правом повороте по-прежнему Таймаз Губден впереди. Хава держится второй тут же. На третьем месте Ампасер и с небольшим отставанием замыкает Маздок. 500 метров пройдены за 41 секунды. Таймаз Губден, Хава, Ампасер, Маздок. Впереди Таймаз Губден, на втором месте Хава, тут же Ампасер. Ампасер приблизилась вплотную к Хаве. Маздок замыкает с большим отставанием. 1000 метров до финиша. Впереди Таймаз Губден. На втором месте Хава и тут же Ампасер. Ампасер выходит на второе место. 500 метров пройдено за 42,2 секунды. Впереди Таймаз Губден. Ампасер и Хава. Замыкает скачку Маздок. По-прежнему лидирует Таймаз Губден, на втором месте Ампасер, Хава третий, Маздок уже далеко сзади, очень далеко. 500 метров до финиша. Ампасер атакует полевой стороной Таймаз Губдена, Хава третий. 500 метров пройдено за 38,3 секунды. По финишной прямой впереди Таймаз Губден. Ампасер на втором месте, Хава третий. Хава уже, по всей видимости, выключилась из борьбы за победу в этой скачке. Таймаз Губден впереди, Ампасер второй, Хава третий. Далеко сзади Маздок. Впереди Таймаз Губден. Ампасер второй пытается контратаковать. Тяжело дается лошадям ахалтекинской породы, дистанция 2800 метров. И Таймаз Губден выигрывает скачку. Ампасер второй, Хава третий.